Буквально час назад в интернете на сайте о российских звездах появилась печальная новость о нашей любимой российской певице Маше Распутиной. Это горе для всей страны. Многие до сих пор не могут понять, как это все могло произойти. Многие до сих пор не могут с этим никак смириться. Нам стало известно о том, что сегодня в 5 утра в городскую больницу в алкогольной коме была доставлена российская певица Маша Распутина. Ее доставили от ее лучшей подруги, у которой она находилась в гостях. Как заявляет ее подруга, Маша Распутина выпила совсем немного и ей стало плохо. Действительно ли это правда или нет, нам придется еще выяснить. Сейчас за жизнь Маши Распутиной борются медики, пытаются оказать ей медицинскую помощь. Продолжайте, друзья, следить за развитием событий вокруг Маши Распутиной. И не забывайте, что завтра утром на нашем канале появится продолжение данного выпуска, где будут все подробности. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и будьте всегда с нами на нашем YouTube-канале.